Да, идем в темноту. Главное, чтобы ноги не замерзли. Хорошо, Антон, я перешел на продольный поручень агрегатного отсека. На, подержу ее. Сейчас. Держу. Хорошо, я сейчас ее сделаю натяжкой. Давай. Ух ты, тут как-то с поручнями напряга. Ладно, сейчас сделаю. За 27-13 могу тут взяться? Фиксируй. Да ты себя. Что говоришь? Себя могу. 27-13. Так, ну давай. Антон. Да. Еще раз, ты застраховал, или ты хочешь дальше прикинуть? Вот, дальше. Я дальше хочу. Да, я... давай. Она будет более в ногах. Да, да, давай. Стягивай. Я себя перетащил там немножко. Хорошо. Так, сразу зацепил. Да. Вот теперь вижу, попытаюсь натянуть. Дальше просто поручень нет, только грязные двигатели. Я тебя понял. Хорошо. Так, вижу эти дугообразные поручни. Да, вот, кстати. Да. Антон, ну это поручень торцу, а ты пойдешь по кругу. Кругок богом. Да, у меня просто тут больше ничего нет. Так, тогда надо ее взять, может, или что? Я ее притянул, могу еще чуть-чуть притянуть, но... Это нам, махин, да? Нам, наверное, лучше не надо протягивать, потому что нам надо поручень вертеть. Но она совсем слабенькая. Оп, а, у тебя там еще, давай. Смотрите, как она относительно скакал себя ведет, чтобы не толкала его. Сейчас я возьму. Ребята, был перерыв связи небольшой. У меня напряжение мало. 23. А, где 21? Так, перецепил. Перецепил, принял. Еще раз скажу, что у тебя с напряжением? Было падение, что 23. Нормально. Пищало. Пищало, короче. Понятно. Так, мне нужна укладка моя. А, как думает тут Владимир Григорьевич, как слышно нас? Прости, пожалуйста, еще раз повторю вопрос. Не слышу, ладно. Я хотел сказать, что как бы мы не зафиксировали укладку, она все равно будет по СКК 9 дувать потихоньку. Потому что других вариантов в распорку ее натянуть нету. Так, ну а я вот это? Если только, знаешь, на что? Повыше? Если только, да, там крутой поручень выше делать. За укладку, да. Так, зацеплено. Теперь я отвяжу проволоку тут же. Хорошо. Так, одна проволока снята. Неправда. Так, у меня здесь тоже один корабль. Да, подожди, ты еще одну проволоку сними. Это резинка, да? Антон. Где она? Держи, не крути. Где ты прицепил карабин, чуть выше, еще одна проволока. Согласен. Ага.
Нашел. Готово. О, ты коробишь на себя. Так, на себя, а вот сюда. Давай сюда. Здесь даже повернул, как так? Да. Так, так, так. Все, вытаскиваем карабин. Давай. Вот тут у нас замысловато. Зацепим. Ребята, тень наступает. Как самочувствие? Карабин достал. Хорошая. Хорошая. Потемнело. Так, не устала? Я на тебя ее зацепил. Фредом и собственным. Готов ее вытаскивать. Давай, держу уклад большой. Слышу вас хорошо. Итак, Антон, по кольцевым поручням с крылок бегом идешь к основанию ОНА, а я занимаюсь переходом к СКК-4. Принято. И посмотрю возможность закрепления укладки потом дополнительного, если получится.